Вечер добрый, ночь добрый. Здорово. Чё, как оно? Ты откуда? Санкт-Петербург. Ты с каким-то акцентом говоришь, или это ты так придуриваешься? Да нет, вроде. Так да или нет? Что значит да нет, блин? Да или нет? Я говорю, вроде нет, всегда так разговариваю. Не, ну у тебя акцент какой-то. Ты знаешь какой-то другой язык, кроме русского, нет? Английский, украинский, армянский. Все. Ты знаешь английский, знаешь украинский? Знаю. Скажи поляныця, скажи. Поляныця. Let's speak English then. Yeah, just tell me a little bit about your deep knowledge in English language. Давайте так. Английский не до конца. Я могу не до конца, да. Поляныця ты выучил, а английский до конца не выучил, я понял. А при чем тут поляныця? Да ладно, расслабься, что ты напрягаешься, блин, я прикалываю. Мне пофигу, сколько языков ты знаешь, главное, чтобы ты человеком был. Нет, язык, ну, английский все-таки это английский. Это совершенно другая держава. Я могу разговаривать на английском, но не все слова я знаю. Да я, ты вообще, по-моему, не знаешь знаете, ни одного слова. Типа, где купить хлеб, как пройти туда, то есть, ну... А ну спроси, где купить хлеб, давай. Я образно, я образно где, говорю. Где купить хлеб? Вот так надо по-английски спрашивать. Не так. А как? Слушай, Where shop in хлеб, я не знаю, как на английском. Я могу сказать там I live in Russia. I'm working for police. Нет, ты можешь сказать I live in жопа. А, слушай, ты что, в полиции работаешь? Ну, не совсем. Уголовный розыск, я просто не знаю, как это на английском языке. Ты работаешь розыск. В полиции или нет? Я тебя по-русски спрашиваю. Я работаю в уголовном розыске. Уголовный розыск это что, не полиция? Это что, вертолетные войска, блин, специального назначения или что? Ну, мы не останавливаем просто так, мы работаем по конкретно определенным личностям. Что-то ты, по-моему, мне Горбатого кого-то лепишь, чувак. Кем ты работаешь в уголовном розыске? Семерка. Я говорю, кем? Должность твоя какая? А шестерка ты или семерка, меня это не интересует. Должность как называется твоя? Просто вы не знаете, что такое семерка. Да, меня не интересует. Я тебя спросил, в какой должности ты работаешь, Вестун. Давай. Скрытое наблюдение, капитан. Скрытое, да? А есть еще открытое наблюдение, да? Открытого наблюдения нет. А что ты говоришь скрытое тогда? Какое еще оно может быть? Наблюдение всегда... То есть ты топтун, что ли? Нет, я механик. Капитан, давай, покажи мне удостоверение. Или капитанские погоны, давай. Брехло, блин, российское. Давай, показывай. Давай, механик, блин, какое? Полицейское удостоверение. Так я не должен ходить постоянно в форме. Хорошо, но у тебя форма есть? Форма есть. Да, покажи. Дома. А ты сейчас где? На даче. А, ну удостоверение-то всегда с тобой показывает. Удостоверение покажи. Не. У нас немножечко. Вот, видите, это. Удостоверение всегда с собой. Да, всегда. Точно. Всегда. Нет. У любого мента с собой удостоверение. Давай, показывай.
Смотрите, вот конкретно, вот вы правильно сказали, нет, правильно сказали. У мента удостоверение всегда с собой. Ой, слушай, потому что ты такой брехливый, мне неприятно с тобой разговаривать. Зачем ты врешь, блин, а? Слушай, пошел ты нафиг, блин. И ты идиот, реально. Что, для чего он это вешает? Я, скрытое наблюдение, семерка. У мента, да, а я не мент. Я такой специальный, блин, капитан. Это у человека предел мечтаний. Стать капитаном в скрытом наблюдении.